Так, вот следующий вопрос. Татьяна Конюкова спрашивает: Хари Кришна, почему звуки махамантры вызывают гнев у непреданных? Почему гнев? Ну, это вот у них вылазят анархии всякие. Так, такая анархия, как гнев, вот она есть, ее куда-то девать надо. Они не знают, куда ее девать, потому что они в невежестве находятся. Если бы они знали, куда они девать, они бы этот гнев бы направляли против врагов преданных. А так как они не знают, они на преданных его направляют. Но все равно, слушая даже святое имя, даже случайно, они рано или поздно очистятся. Если человек даже в таком негативном настроении услышал Хари Кришна, вот, уже он первый шаг сделал по направлению к Богу. Я был свидетелем одного случая. Это было в Санкт-Петербурге, далекий 94-й, по-моему, год. К нам приехал Индрадюмна Махарадж, и Индрадюмна Махарадж пригласил всех на Харинаму. И мы на площадь Восстания приехали. Я помню, со службы, с наряда даже сбежал с пистолетом. Я пришел в военной форме, в морской форме, с пистолетом на Харинаму пришел. Вот. И уже Харинама началась, Индрадюмна Махарадж приехал. Вот. И обратился к людям, толпа такая большая собралась, очень много обычных людей было. И Индрадюмна Махарадж в толпу задал вопрос: ну скажите, кто не верит в Бога? И один выходит такой гневливый такой, я не верю в Бога, я вообще не верю. И такой подвыпивший еще. Вот такой вот демон, о которых вы говорите. Такой: я не верю в Бога, вот все, я не верю. И Индрадюмна Махарадж подошел к нему, улыбнулся, обнял его, вот так приобнял, говорит: вот, спасибо. Он говорит: я еще в Библию могу поверить, но в Кришну я не поверю. Он говорит: вот, спасибо вам за вашу искренность. Вот за вашу искренность мы хотим вам книжечку подарить. Он там взял книгу, подарил книгу. Говорит: вот, пожалуйста, вам подарок. Он говорит: а что, а я могу и деньги дать. И он раз вытащил деньги, представляете, дал. Ему подарили, а он деньги дал. Вот, деньги пожертвовал. Индрадюмна Махарадж еще раз его поблагодарил, говорит: спасибо вам большое. Вот. А можете, говорит, сказать просто Кришна? Он говорит: нет, не могу. Нет, не могу. И Индрадюмна Махарадж его еще крепче обнял, говорит: ну ради меня. И микрофон ему к рту, и он: Кришна! И аж сам удивился. И потом, когда началась Харинама, я за ним наблюдал, он почти всю Харинаму сзади шел и напевал, и подпевал. Индрадюмна Махарадж пел, а он подпевал. Вот. Вот такие вот удивительные вещи происходят, когда люди слышат чистое, чистое святое имя. А потом еще там была женщина одна. И Индрадюмна Махарадж говорит: смотрите, говорит, святое имя. Давайте, говорит, вместе повторим Хари Кришна. Все повторили вместе мантру Хари Кришна. И там какая-то женщина маленькая такая, 1,45 м, наверное, толстая, невзрачная, в каком-то ситцевом платьишке, какая-то из деревни приехала. И Индрадюмна Махарадж говорит: святое имя, оно дает счастье. Но она при этом улыбалась. И он говорит: вы посмотрите и на эту толстенькую, маленькую, в ситцевом платьишке женщину. Говорит: вы посмотрите на эту леди. Посмотрите, какая она счастливая. Давайте ей поаплодируем. Запоаплодируем. Просто сердца таяли. Просто было что-то невероятное. И я думал, какое счастье, что я не испугался, а сбежал с наряда прямо с пистолетом. Вот. А когда вернулся, там было ЧП, но Кришна меня подстраховал. Кришна меня подстраховал, и все это вот, все там улеглось, короче. Там я должен был быть на месте и в этом ЧП участвовать. И, ну, появился какой-то мой товарищ появился, и там все уладил.
Вот. Так что святое имя – это сам Кришна. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валберес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гит около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие.